так, музон. Короче, вчера нарыл тему, мне чувачки помогли чуть-чуть, но особенно там топтать. И вот в этой вот части убрать маленькие бугорки. Вот, собственно говоря, вылет после вот этого большого дропа. Ну вот он похож на степ-ап, то есть типа, ну можно сказать, близнец степ-апа получается. Прям реально, только чуть-чуть поменьше. Вот, и там вначале как бы сначала радиус идет, а под конец он чисто прямой. И вот буквально, ну может быть, не знаю, сколько метров. Ну вот если когда лететь, ну может быть 7-8. Ну на подвесе вообще пофигу. На хартеле может быть жестковат, но мне кажется, мало кто на хартеле сейчас это может пульнуть. Не, по-любому есть люди, но не здесь и не сейчас. А так все, огонь, ништяк. Я друг, ты друг, мы криминальный круг. Я друг. А потом берешь, ставишь себе пружину меньше, чем надо. И кататься. Прощай. Вот там монах с телефоном стоит, снимает. Так что ща после проезда пролетки будет видос. Прям в этом видео. Вот взлетаем. Такие оп. Такие оп. Бандиты, понял, да? Оп. Е-бой. Бля, опять в болото.